Буйнакские полицейские жестоко пытали задержанных. Адвокат Зульфия Загаджиева пожаловалась в прокуратуру. Подозреваемых в поджоге жилого дома доставили в отдел с мешками на головах. Адвокат убеждена, что полицейские злоупотребили полномочиями. Она уже попросила прокурора республики защитить задержанных от палачей в погонах и привлечь их к ответственности. В Хивском районе в ДТП с Lexus и Жигули пострадали 3 человека. Все произошло на повороте к селу Новый Фрик. ЧП на дороге устроил водитель одной из легковушек, который создал помеху на магистрали, в результате чего на большой скорости столкнулись Lexus и Жигули. От удара у отечественной легковушки разворотило весь капот. Серьезные повреждения получила иномарка. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии. Дагестанский суд тянет с вынесением решения по делу сына мэра Махачкалы Бадрутдина Мусаева, которого обвиняют в избиении и оскорблении полицейских при их попытке остановить его автомобиль, на котором он грубо нарушил правила дорожного движения в центре столицы. Судья удалилась на вынесение приговора еще в понедельник днем, однако какое решение она приняла, до сих пор неизвестно. Сам молодой человек утверждает, что не причастен к скандальному инциденту. Дагестан присоединится к Всероссийскому дню без автомобиля и Европейской неделе мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября. В регионе будет организована акция «На работу на велосипеде». Участниками могут стать все города республики. На данный момент о намерении участвовать заявил ряд министерств и ведомств, а также администрация города Махачкалы.